А что за прыжок был? Что за прыжок урода? Всем хай! С вами Юджин. Добро пожаловать на приключения Евгения и его чудо-коробочки в игре Boxman Struggle. Где моя мышь? Вот моя мышь. Она жмет продолжить. И мы с вами остановились вместе. Вместе остановились в месте, которое уже безопасно. Уже не отнять у нас нашего успеха. Разве что мы можем скатиться по очень-очень скользкой крыше. Я уже отвык от управления. Вам, небось, кажется, что я записываю эту игру целиком и полностью, а потом просто разбиваю на выпуски. Нет. Я делаю большие перерывы и все нафиг забываю. Давайте попробуем агрессивная тактика. Агрессивный мод он. Только вот здесь. О! Знаете, куда мы упадем? Тварь. Мы упадем прямо к трубе на самое начало. Нам придется снова все это пройти. Но я не готов. Нет. Мы этого больше не потерпим. Мы сегодня пройдем эту игру, я чувствую. Мы уже так высоко. Уже ночь наступила в игре. А это значит, что посылка должна быть доставлена. Хоп! Есть! А, все, я понял. Я понял тактику. Хоп! Куда сейчас? Хоп! Есть! Да нет! Да нет! Нет! 1000 миллиардов лайков за то, чтобы коробка доставила себя. Я очень боюсь вот в эту выемку прям попасть случайно. Она идеальна по размеру моей коробки. А, что за прыжок был? Что за прыжок урода? Да, вот видели? Я тянул, он не прыгнул. Что ты хочешь мне сказать? Ты что, блин, глючная игра? Давай. Нет! О да, о да. Ох, легко так было провалиться, но я смог совладать со всеми импульсами внутри меня. О боже, как много было импульсов. Светает? Это не конец? Ой, блин. Да, конечно же, гвоздь нам помешает, ну естественно. У меня нет доверия. Нет доверия к этой балке. Лучше гвоздь. Реально оттолкнуться от него? Давай, 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 давай. Это реально. Хоть я и убил все мышцы, только что свои руки дергая. Я понял, что это реально. Оно того стоило. Чуть перенапряг руку очень сильно. Ага, ага. Найс. Здесь надо прям решить. Решить раз и навсегда. Принципиально решить, как мы с вами поступаем. Мы прыгаем как батьки или нет? И я решил, что прыгаем. Так оно и произошло. Так легко перемахнуть вот за этот гвоздик туда и не выправиться больше. Ой, как легко. Опа! Идем. Да вы что, реально? Я иду. Я шел. Панк! Хорош. Спасибо, игра. Спасибо тебе за этот карандаш, за все, что ты сделала, за всю эту опору, которую ты внизу поставила. Ну, не знаю, друзья, тот, кому эта посылка предназначается, должен быть рад, когда ее получит, очень рад. И надеюсь, там что-то очень важное, и его жизнь от этого зависит. Потому что мы не можем столько страдать, столько мучиться ради неважной посылки. Что это за мешок? Прекрасно встали. Нам сюда. Горка? Ой, как я боюсь, блин, ты бы знала, горка. Что? Ну ладно. Это был прыжок веры, друзья. Ветер! Они добавили физику. Это челлендж. Ну и не то чтобы... Не то чтобы мне было очень трудно. Хорош! Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя коробка со мной. Данджер! Он нас отправит в небытие. А, нет, 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 сдувает. А. Ой, 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 нет! А, ладно, ладно. Гвозди. Ерунда. Можем. Поправимо. Ладно, я сейчас мгновение ока шоколадного явлюсь в то самое место, с которого упал. Что за прыжок? Говнаря какого-то. Нет, а! Вот это было больно. Словно нечто такое колючее кольнуло меня в душу. И куда-то еще пониже. Есть! Есть! Хорошо, идем! О, нет! Сдается мне, эта фигня раскачится.
Куда же мы упадем? Нет, я не буду. Я точно заявляю, я не буду проходить эту игру, если мы упадем сейчас в самый низ. Я откажусь, я сдамся. Не хочу прыгать. Все, я не уверен. Если вот так мы прыгнем, то куда приземлимся? В принципе, как надо. Я не буду проходить эту игру. Надо сделать повтор моего лица перед тем, как только вот эта штука отломилась, и я начал падать. Это вот, наверное, пустое, опустошенное лицо, где я пытался осознать всю тщетность бытия. Это было испытание веры. Мы добрались до замка и гитары. Давай, давай, есть! Гонг? Я должен ударить в колокол? Он не работает, он сломанный. Нам нужен на этот крючок. Как скажете. Слышите, часы. Время на исходе. Во, идеально встал прям. Нет! Заскулил, как скотина! Вернулись! Зачем я сам вот это вот делаю? Это как никак не помогает. Почему мы совершаем какие-то дебильные движения? Вот это погружение в игру. Конечно, вот здесь будет сейчас что-то чувствовать трудненько, да? Придется попотеть. Вот! Не придется потеть! Придется кайфовать от легкотни, лайтовости этой игры. Куда нам подать себя? Я же ничего не вижу. Там вижу что-то желтое, но я не допрыгну. Это по-любому. Что, мне просто свесить себя? Нет, нет. Они специально пугают нас. Так, это градусник. Показывает температуру под 40. Это у меня в пукане от напряжения. Так, ну получается, мы уже с вами вторые сутки прыгаем. Я так понимаю, нам на леденец? Крутящийся леденец! Блин, учитывая то, какие движения сейчас делаю рукой, мне кажется, я смогу потом отлично играть в бильярд. Просто уровень силы толчка моей руки просто он превышает. Он превышает, ребят. Что бы ни было, любую шкалу он превышает. Так можно говорить про любую фигню. Ребят, мой уровень интеллекта он превышает. И на этом заканчиваем предложение. Просто зачем зацикливаться на том, что конкретно превышает? Может быть, ничего особенного, но разве надо думать о негативе, да? Не надо. Все окей. Поэтому пишите все в комментах, качество видео Юджина превышают. Я не знаю, куда я упаду. Оттуда нельзя падать, нельзя проверять. Камон, камон, камон. Нет, ой. Блин. Ой, да ладно. Ой, заиграл, джазмен хренов, заиграл. Оп. Блин. Что-то вот там у меня была возможность, но я ее упустил. Почему это звучит так, как будто я отмазался? Но несмотря на это, мы все равно превышаем. Смотрите, почти идеальный баланс, идеальное равновесие. Повторите все за мной. Это помогает выплеснуть воздух из легких. Больше этому ничему не помогает. А, нет! Нет! Ты крут, ты превышаешь. Вот это был сейф. Мне почему-то кажется, что когда мы пойдем, там будет вот это картошки и ветер. Вот что нас там ждет. Нет, все! Однако я угадал. Это картошка. Мы вернулись. Реально прошло минут 5 от силы. И никакой боли в животе и в жопе. Хоп. Да что ж ты прыгаешь? Ну что ж ты так прыгуешь? Стоп. Стоп. Опа. Что это было? Спокойно. 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 Расслабься. Будь спокойно. Нормально. Гоу. Прыжок дерьма называется. Прыжок уродца. У меня немножко помутнело уже в глазах. Я уже здесь. На самом деле это легкий маршрут, просто у страха глаза велики. Вот я и выдумал. Ой, как я усложнил себе жизнь. Ладно, легко. 2 минуты, и я на месте. Опа-на! Я был близок к карандашу. Близок к карандашу.
игра даже музыку не включила сейчас. Я упал в кромешной тишине. Друзья, сейчас я отниму всего лишь минуту от видео, чтобы рассказать вам о трех компаниях в рамках инициативы «Поддержи малого», где мы оказываем информационную поддержку малому и среднему бизнесу России. Первая компания – East Brew Coffee. Небольшая команда с Дальнего Востока занимается обжаркой кофе и распространением его по всей стране. Ребята горят душой за свое дело, неустанно развивают компанию и ассортимент. Ищут любителей кофе и единомышленников по всей стране и мечтают поднять качество российского продукта. KazEns – это магазин муравьев, где вы можете купить себе мини-империю на свой стол. Вы сможете наблюдать за ней, как она развивается и растет с каждым днем. Особенно, мне кажется, это будет познавательно для детей. Ребята продают не только муравьев, но и дома для них, аксессуары, пауков, термитов и так далее. И завершает наш сегодняшний список компания Dress Girl. Они занимаются пошивом детских нарядных платьев для девочек. Возможен пошив любой модели на заказ. Широкий выбор бальных и коктейльных платьев, которые сделают выпускной в детском саду, день рождения, Новый год или семейный праздник по-настоящему волшебным и сказочным. При покупке от трех платьев действуют оптовые цены. На этом все. Огромное спасибо, что посмотрели. И вся информация о компании, которую я только что назвал, будет, конечно же, в описании. Ну а если у вас или у ваших знакомых есть бизнес, или вы являетесь самозанятым гражданином, и вы считаете, что наша информационная поддержка может быть для вас полезной, то обязательно заходите на наш сайт. Все будет в описании. А теперь переходим к видосу. Я не верю. Ой, мать. Не хочу здесь быть! Пошла в жопу бутылка! Я в детстве сдавал таких, как ты. Понятно? Да нет! Да с... Капель! Еще ниже, да? Мы сегодня вниз идем, кажется, коробочка, блин. Ты ж... Как так получается? Я ни разу не задевал ту верхнюю лампу. Она что, ниже стала? My God! My God! Не знаю, мне уже истерика, кажется. Да что за прыжок? А что за прыжок хилика вонючего? Мы не такой, коробочка, запомни. Мы только вперед. Только наверх. Только тупо прыгаем вниз. Тварь. Под фонарик ушла. Как бомж. Ты бомж, коробка, понятно? Бомжем останешься. Почему так стремительно вниз падает? Когда внуки на меня будут смотреть, спросят: деда, откуда у тебя такой горб? Ты, наверное, много работал в жизни. Я такой: нет, я в коробочку играл. Наконец-то! Ты че за... Черт! Я не могу. Вот и шарик лопнул. Зачем я прыгнул так? Зачем я так прыгнул? Так... Я просто на таком расстоянии от нервного срыва. Теперь вот на таком.
Позитив. Вау. Смотрите. Коробочка. Бомж. Позитив. Вау. Коробочка. Бомж. Бомж. Ну, пожалуйста. Ну все! Ай да я, мы теперь вернулись в начало этого видео. И полны решимости пройти дальше. Мы должны сейчас пройти эти леденцы, должны их пройти. Так, ну что такое, что такое? Блин. А, это что-то. Вот! Стой! Пока не знаю, нет ничего сложнее этих ламп. Ничего сложнее нет. Это самое ужасное, что есть в этой игре. Нет, ветер, прошу, пощади. Перестань дуть. Да перестань ты дуть. На секундочку! Ой, блин. Стой. Задолбал меня этот ветер. А кто его дует? Кто его дует? Кто тебя дует? Кто тебя дует? Кто? Кто? Смотрите. Су. Я не буду проходить игру, если я упаду в картошку. Да я не буду проходить! Что это такое? Да давай, да пожалуйста! Да как тебя давить? Как тебя? Все. Ой, боже мой, через что я прошел только что. Ну что ж, я вернулся. Игра все-таки хочет меня уронить в картошку. Блин, как я ненавижу этот ветер. Не хочу. Назад. Сюда. Лучше сюда. Да блин, он самый низ. Вот выход. Все, сейчас вернемся быстренько. Есть! Все, мы на кувальде. Кувальда. Да... Я не могу уже заниматься этим. Я не могу. Но я должен. Вот, хорошо. Хорошо, я пошел. Ну так, мама. Но он сдался. Я вот так буду звучать, когда буду очень старый, запишу летсплей. Старый такой летсплеер буду я. Я до сих пор не пройду эту игру, я буду в ней играть снова и снова. Всю свою жизнь. Так и подохну здесь. Ну все. Па-па-па-па-па-ра-па-па-па-ра-па-пам. Что ж ты прыгаешь так? Я сама устойчивость. Размер моего достоинства. Померим. О боже, превышает. Превышает. Все. Огромное всем спасибо, что смотрели. Мы продолжим в следующий раз обязательно. Если вам понравилось, то закидайте лайками. Подписывайтесь на канал. Ставьте этот колокольчик, жмите, чтобы он дзынькал вам, когда новое видео выходит. Подписывайтесь и становитесь в доску своими. Ну а с вами был Юджин. Люблю вас всех. Петюля! Петюля, вот почему бы и не дать, а? Я вот подумал, вот можно. Раз, два, три и пять!